Всем привет! Меня зовут Денис. И я очень люблю читать. И моя любимая книга – это «Доктор Айболит». И ее написал детский писатель Корней Чуковский. Я всем советую эту книгу прочитать. Потому что она очень интересная. А доктор Айболит очень добрый и заботливый, и всегда придет на помощь детям и зверушкам.